Привет. Ну, вот как вы думаете, все как обычно, снимать нечего. Ирка висит на рукоходе. Все здесь обычно. Вот, предложите мне идею какую-нибудь, что мне снимать. А, точно, пистолет. Давайте заснимем пистолет. Вот этот. В общем, у меня вот этот пистолет, я его сделал. Он стреляет дробью, очень прикольный. Он достаточно мощный. Достаточно простой механизм. Он удобный, прикольный, как я уже сказал. Ну, такой вот пистолет. Он ушел. Можно пока посмотреть на его пистолет. Ого, клевый пистолет. Я его себе хочу. Пожалуй, возьму, пока я его себе. Не, ну он крутой, я его себе точно возьму. Ну, я по... клевый, мне нравится. Это супер клевый пистолет. Я его возьму себе. Только, наверное, он не заряжен. Ладно. Посмотрю пока на него. Я отдохнул. Хоть я вам не сказал, что я буду снимать. Ну, что я отдохну. Я пока отдохну. Что-то не говорят. В общем, вот так. Перезаряжаю резинку. Здесь их три. Ну, я тогда три резинки. Это еще прицел оптический здесь есть. Я его сверху ставлю. Таким образом. Ну, и иду побеждать Сергея. Хотя, нет, давайте заново. А? Стоять! Ты что, мой пистолет трогаешь? Я про него видео хотел заснять. Лего-бой! Лего-бой! У меня вот такое вот оружие. Я не знаю, как оно называется, потому что я сама придумала его форму. Вот так похоже на какой-нибудь автомат, который тоже стреляет резинками. У него еще есть такой штык-нож. В случае, если закончится патроном. Магазин. Приклад. Ну, и в общем-то такое оружие. Да. Как вы думаете, я смогу победить Сергея, Игоря, ну и все. Думаю, так. Почему? Стрельну в себя. О, молодец. И вы так тоже думаете. Смотри. Мне такой пистолет. Он... Этот пистолет однозарядный. Он мне не нужен. Я лучше возьму вот такое оружие. Правда, я не знаю, как он называется. Потому что я его сам придумал. Ладно, вы как думаете, я первый умру? Или второй? Ну, скажите, давайте. Я второй умру? Ну, ладно, я пойду побеждать пока. Надеюсь, я не первый умру. Думаю, где-нибудь можно спрятаться куда-нибудь. Какое-нибудь прикольное место, где меня не доберутся. Блин, там трава скошена. Забыл. Это за какую-нибудь кучу сена. Пустим за это. Никто не додумается меня побеждать. Ну, теперь буду ждать. Сейчас покажу,
кто здесь. Деревья разные, трава. Еще небольшая куча. Там еще куча одна. Винтовка. Я. Видно? Да, видно, наверное. Я. Ну, в общем, вот такая вот местность. Прикольная. Надо ждать. Чуть-чуть поближе. Прибегу. Допустим, прибегу. Да тут. Там легче будет всех видеть. И будет дом. Буду ждать. Когда они зайдут сюда, я их сразу пристрелю. Фух. Так, вот личное убежище. На руках ходя сверху. Сейчас я залезу. Пока приостановлю видео. Я залезла повыше на рукоход. Вот я сама. И сейчас буду ждать, пока придут остальные. Сергей и Игорь Лего Мастер. Интересно, они уже спрятались или нет? Ну, а я пока тут буду тихо ждать. А я сейчас пойду в другую сторону. Вот сюда. Вот. Здесь вот эта вот штука. Бревна. Еще бревна. Вот. Я сейчас покажу свою местность. Здесь газеты. Здесь крапива. Вот здесь небо. Вот здесь крыша. Ладно. Сейчас я буду их атаковать. Так, всем привет, это опять я, Ирина Мастер. Я заметил Сергея. Так, сидим тихо тут. Тоже мне догадывается, что я могу сидеть наверху. Держи, Игорь. Я буду его сорвать. Где же Игорь? Может, он за станком сена? Не туда может пойти? А если он там и меня пристрелит? Не, ну так не годится. Если Игорь за станком сена, я же могу его за ним наблюдать. Я буду ходить вокруг сена, и он стоит тут. Я тебя вижу. Нет, не стреляй, я же умру. Понятно. А после этого меня не убивай. Обещаешь? Хорошо. Где? Ирка, ты где? Игорь, меня убивать не будет. А ты меня будешь? Не знаю. Хорошо. Ну, не откусанное. Не откусанное. Его откусили, я вижу. Где? Ну, там, за рукой сидел. Ну, вот. Видишь, откусил. Ну, хорошо. Я стрельну в телефон. Тогда сдавай. Яблоко вкусное. А Ирка? А Ирка там сидит. Угу. Никого не убьем.
убивать? Нет. Хорошо, убью. Потом, подожди. Слезешь? Слезу и убью тебя. Не а надо. Уходи, сейчас слезу и убью тебя. Да не, не хочу. Подожди меня. Я сейчас слезу и убью. Да не хочу ну, я. Ну, дружеский разговор. Я просто слезу и убью тебя. А ты мне ничего не делаешь. Делаешь. Плохой разговор. Тогда я тебя сейчас убью. Так я слезу и убью. И сейчас плохой разговор. Ладно, в общем, все. Я не буду. Я не убивать пока. Пойду яблоко. Нет, тебе сейчас Игорь придет и убьет. Почему? Я ему сказала, чтобы он меня не убивал. Потому что я с яблоком. А меня никто не убивает, и ты меня обещал не убивать. А подписчики видят, что это ты говоришь? Нет. Ладно. Не убивай. Яблоко оттуда не отдам. Ты куда? Ику убивать? Не, я хочу за резинками. Принесешь мне резинки? Да. Спасибо. Пожалуйста. Только телефон, да? Бери. Сима. Я пока тоже не убиваю. Давай договоримся, если сейчас тебе приношу 5 ежевик, а ты меня не убиваешь. А потом? Ну потом, когда я заряжу оружие, ты... Меня тоже не будет. Потом меня убьешь? Надеюсь. Потом. Пока не буду. Когда потом? Потом. Когда? В конце видео. Когда конец видео? Потом. Когда? Не знаю. Когда? Для подписчиков не знаю, когда? А для нас, когда? Не знаю, когда? Может через полчаса, через минут 40 так. Для подписчиков не знаю, сколько будет, ну 10, 15, 20, ну, может 25. М? Хорошо, сейчас только Сергей мне принесет яблоко, ой, не яблоко, а резинки. Тебе одну резинку. Ах ты ж, яблоко. Ладно, спасибо, человек. Пожалуйста, вот еще. Эй, чуваки! Спасибо, человек. Можно мне слезть, чтобы вы меня не убили, да? Да, слезай пока. Обещаешь? Да, тогда я тебе все равно ежевик принесу. Ладно, я пошел за ежевикой. Подписчики! Информация специально для вас. У меня на канале скоро 200 подписчиков. Еще не очень скоро. Тут у меня 180 с чем-то. Пока. Скоро уже будет 200. Если так посчитать, то в день на меня подписывается, ну, примерно 2 человека. Вы огромные, просто вы супер молодцы, что подписываетесь на канал. Продолжайте в том же духе. Я каждому подписчику радуюсь просто. Когда будет 200 подписчиков, то тогда я сделаю специальное видео, посвященное 200 подписчикам. Видео это будет про то, почему я снимаю Сережку в своих видео. Кстати, ежевику я уже набрал. Ну, себе все-таки две возьму. И вам, подписчики, тоже. Держите. А, вы снимаете. Ладно, извините. Снимаю. Если вы не подписаны, то, пожалуйста, подпишитесь на канал. Ну же, это так просто. Всего-то нажать на одну красную кнопку. Ну, все, у нас такие видео. Я пошел выполнять то, что я должен был. Ира Мега Мастер! Ты где? Одну. Да, ты мне одну. А вот тебе 5 ежевик. Ну,
Спасибо. Нет, целый. Ладно, все, не нужно. Не нужно больше. Только она убивает. А меня не убивает. А я не могу, у меня даже... Кстати, подписчики, вы, надеюсь, помните, что у нас на выигрыш вот этот пистолет. Кто выиграет, тот из него стрельнет вверх. Как они могут помнить, если ты это не говорил? Я просто, я помню, что я сказал, что я сказал, что я сказал, а, что я сказал, что на выигрыш будет вот этот пистолет. Нам. Ты это сейчас сказал. А? Это сейчас сказал. Ладно, я сказал это. Пойду пока перезаряжу винтовку. А пока пусть снимает Сергей, потому что он есть яблоко, ему можно. Я продолжаю здесь сидеть. Что-то скучновато. Смотри, Маша, кто-то идет. Интересно. Кто на меня? Кто-то не думает, что-то прийти. Почему-то я его должна не убивать. Со мной же он не договаривался. Вот ему пусть лежит мертвый. Что? Я с тобой договорился. Что? Я. Кто? Я. Что? Человек. Почему? Игорь Легомастер. Кто-то со мной договорился. Что ты меня не будешь пока убивать. Ну пока. И пока уже прошло, наверное. Нет. Ну куда пока пройдет? Туда, и я тебя могу убивать. А, нет, пока еще не прошло все. Ладно, я пошел есть ежевику. Ты будешь есть ежевику? Хм. Я буду. Ну давай, я ты буду. Ты умер уже, ты не можешь. Ты умер, это... Ты чё яблоко ты ешь? Ты забыл, что ли? Ты чё яблоко подписчики. Ешь? Подписчики. Если вам смешно сейчас. Подписчики, если вам смешно. Ничего такого, я зомби. Так что я могу... Да ты не зомби. Вот смотри, Серёга. Вот Игорь нормальный. Видите, какой нормальный? Да, это я. Ладно, все, пока прошло. Нормальный Юрий Легомастер. Пока прошло? Хорошо. Ой. Нечестно. Пока. Пока. Почти попала. Почти попали. Эй, дюдёк! Ты так близко не подходи, блин. Я же не заряжен уже. Заряжен. Нет. Ой. Ой, блин! Ай! Давай! Не попал! У меня есть так нож. А-а-а. Стоп, камера. Ты будешь? Вкусно. Хорошо. Ирка вот тут вот мертвая лежит. Да ты чего? Я не могу лежать на горячей штуке. Сейчас потерпи немного. Для видео надо потерпеть. Ты не зомби, а зомби здесь нет. Зомби это в другой. Зомби это в другом будет. Ты умерший человек. Ты умерший человек. Тьфу на вас. На подписчиков. Ну ты вообще. На хейтеров. А, на хейтеров, ладно. Как нам не так? Я же зомби. Ну, ладно, в общем, я всех победил, я крутой. Теперь мне нужно самое важное. Выстрелить из великого пистолета вверх. Ну, я его так назвал. Однозарядного. Не однопатронного, однопатронный. Это смешное название какое-то. Ладно, я пошел стрелять. Это я тоже засниму. Хотя нет, это будет снимать кто-нибудь из проигравших. Ну, в общем, наше видео подходит к концу. Я всех хочу поблагодарить за просмотр. Всем удачи, хорошего дня. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Красная кнопочка внизу. Угу. Под видео. Нажимайте на нее, угу. Чтобы она стала серой. Только на серую больше не нажимайте. Ну, а то вы станете хейтером. Или просто обычным человеком, который не подписан. Которому надо будет нажать на красную кнопку. Еще раз. Да.
А на мой канал можете подписаться? Вот мой. Канал Ирамега Мастер, вот запоминайте. Мой. Только по-русски вы его не найдете. Пишите по-английски. Да, пишите по-английски. Туалет я сейчас снимаю. Снимаю. Сразу много патронов было. Получилось. 15 вроде, или даже 20. Я не помню, когда заряжал, я не считал. Ну, в общем, вот такое вот. Прикольное у нас видео получилось. И пистолет тоже. Так. По-русски не нахуй. Теперь всем пока. Ждите наших следующих выпусков видео.